Привет, ребятушки! Смотрите, что я купил. Блять, я не знаю, сука, меня это стебет. Блять, вообще классно. Лайк поставь! Лайк поставь! Лайк поставь! Что, лайк? Лайк поставь! И комментарий напиши. Ладно, вот, окей. У нас сегодня видео. Видео прокачки лисы. Так что можете меня поздравить. У меня сегодня сила вырастет. Я прямо этому рад. Так что давайте, друзья, ставим лайк, пишем комментарии, подписываемся. Короче, усаживаемся, завариваем чаечки, пельмешки. Вот, тоже в чайник, короче, пельмени засыпаем. Вот, туда печенье тоже засыпаем. Сахара, варенье перемешиваем. И потом сидим, смотрим видосы. Все это ложкой пьем или едим, кому как удобнее. Ладненько, не суть. Смотрите, какая у нас ситуация. У меня появилось в алтаре, о боже, два свободных места. Это означает, что мы можем качнуть допа и можем качнуть лису. К сожалению, друзья, новую героиню нам не получилось выбить. Не знаю, что ее там продают, не продают. Что-то пока что еще никого не продают. Ну ладно. Ну ладно, потом будут продавать. Но не суть, короче. Давайте, сидим удобно, развлекаемся. Для начала мы возьмем, прокачаем доп героя. Чтобы что? Чтобы была сила. Запоминаем, у меня 840 силы, 447. Потому что вы запомните, пожалуйста, а я потом забуду. Ладно. Так, допа какого-то надо открыть. Ой, не знаю, ну давай, кого... Кого? Можем, не знаю, черепа, там, Ронина открыть. Давай Ронина откроем. А чё нет? И я его взял, короче, открыл Ребзя, да, и как бы вот так вот заходим, кликаем сюда, и вот после того, как я хлопну в ладоши, ну, как бы допа неинтересно смотреть, как я его прокачиваю, да, после того, как я хлопну в ладоши, вот, вы увидите, как он уже прокачан. Давайте. 3, 2, 1. Нет, не получилось. Давай, да, вот это лучше. Давай. 3, 2, 1. Все-таки баланс — это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Так, ребятушки, ну что, можете поздравить, 845 тысяч силы, ну, почти 5 тысяч мы качнули с одного допа, и как бы вроде хорошо, а вроде, знаешь, это даже процента нету, скажем так, от общей моей силы. Потому что мы делаем? О, нам тут предлагают купить, смотрите, что. Ути божечки. Покупай, как говорится, не хочу. Ну, не суть, вот тут даже книги есть. Ну что, наступил тот самый момент, когда мы открываем лису. Друзья, наступил тот самый момент, когда мы наконец-таки открываем лису. Можете меня поздравить. Но я все-таки, видишь, из-за того, что я ждал обновления, у меня не было на аккаунте момента, когда у меня были собраны полностью все герои. Потому, как бы, видите, немножко лоханулся. Ладненько, не суть. Полетели. Что у нас тут? Ой, елки-палки. Поставил автоматически качать прорыв. И все. И грусть, печаль, тоска, да. То есть, ну, я прорыв пятый качнул допу, которого распаковал. И все. У меня нормальных книг нету. Слушай, а давай, знаешь, что сделаем? Ваши подарки. Ну, здесь тоже не будет. Ну, давай откроем подарки. Вот, просто опускай. А чё нет? А почему не да, если мы можем? О, видишь, ну тут мы значки почета получаем. Хорошо, получаем легендарные карты. Супер, просто супергерои. Что здесь мы получаем? Камушки, фигамушки. Окей, еще открываем. Сейчас мы тут ресурсов наполучаем, друзья. Ништяки. На аккаунте Вислоухова. Воу! Вот это круто, да?
Воу, вот это круто, да? Давай дальше. Вау, воодушевление. Тут еще сундуки, третьи. О, здесь уже хоть что-то там, кулаки какие-то упали. 6 карт третьего уровня. Вау, давай еще. Коробки чары. О, это что? Это что? Это у нас походу с лабиринта. Так, здесь у нас супер руны. Невероятно круто. Еще падают, замечательно. Давай дальше, еще падают, окей. Вот это открываем. Да, детка. Тут что? Воу, это же мы, наверное, в королевской битве. А вот это что? О, божечки. Прям слюни текут, а это что? О, это, наверное, тоже с королевской битвы. А тут что? Почтение какое-то. Ой, а тут что? Книжки. Ой, смотрите, сколько мы книжек заработали. Ну, вот это, конечно, это святое. Дальше здесь что? Опа-по-по-по-по. А это уже лабиринт, друзья. Ой, не лабиринт, а линия обороны. Ой, блин, хладный принц, спасибо. Спасибо тебе, рандом. Новый эмблемы нового талантика. Как вкусненько это пахнет. Да. Ясно. Окей, понятно. Так, руны потребляемые. Смотрите, у нас тут книжки появились. Так, ну, значки почета можно открыть. Значков почета, скажем так, нам будет много не хватать. Но не суть. Так, давай, продолжаем, короче, качать. Видите, книг у нас больше не стало. Так, добиваем опыт. Так. Ой. Ну, короче, да, тут в любом случае просто... Смело тратим книги, у нас другого выбора нету. И уже все, пошли золотые. Пошла жара, друзья. Пошла жара. Так, опа, и все, золота не хватает, но у нас есть мана, и нам нужно, конечно же, прокачать сотый уровень просвета. Куда уж без этого, друзья. Так, что у нас тут? Есть 33 уровень, и сейчас благополучно идем на склад. Ну и как бы у нас, видите, тут есть запасы золота и маны. Я уже забыл, что такое рейды. Я уже забыл. А если бы надо было фармить? Времени пришлось бы тратить намного больше. Так, просветик не забываем качать. Тоже такая монотонная штука при прокачке героев, друзья. Ну, ничего страшного. Есть, все, потратили. Мы молодцы. Эволюционировать. Не знаю, можем сразу вот так вот сделать. Так, есть. Лисы, конечно же, повторок у нас нету. Эволюция. Дальше, что мы делаем? Дальше мы продолжаем качать, что нам еще остается делать. Тратить золотые книжки, которых на самом деле, скорее всего, мне потом не хватит. Потому что как бы я их под них донатил, покупал их. Фишка-то заключается в том, что я не рассчитал. Я не рассчитал, понимаете, то, что у меня закончится. Ну, то есть я буду тратить на прокачку допа, да, на прокачку лисы. Так что, как бы, не факт, что получится 30-й прорыв-то ей прокачать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Потому что я не помню, сколько точно нужно было книг. Улучшить навык. Давай, предметы. Подожди, не сюда. Вот сюда. Бац! И все. И, по сути, мы можем ей уже делать вторую эволюцию. Вот так вот, по красоте. Дальше руны. Про просвет не забываем. Но самое неинтересное, это вот реально прокачка. Ну, мне, по крайней мере. Не знаю, как вам, но вот мне самое неинтересное, это прокачка прорыва. Вот, умения. Так, давай. Что у нас там? Должно же на что-то хватить. О, все, золото закончилось. Окей, это не проблема. Вот так вот делаем. Потом делаем вот так вот. И у нас все, ребята, с вами хорошо. Усовершенствовать. Да, деточка. Дальше. Улучшить навык. Да. Есть. Идем дальше. Так. Ну и все. Здесь мы просто на максимум. Да, 200 уровень. Замечательно. Руны, просвет. Тут как бы тоже не останавливаемся. Пару раз надо сейчас будет ману распаковать. Это не проблема, друзья. Мы богачи. У нас все есть. Я читал комментарии под выпуском, там, где я донатил на ресурсы, и мне там, прикиньте, в упрек ставили.
Ты что, на двух стульях хочешь сидеть? Будь работягой, фарми игру и не донать. Или ты на двух стульях хочешь сидеть? Ну, если учесть тот факт, что у меня один аккаунт донатный, а другой аккаунт бездонатный, то да, по сути, я на двух стульях сижу. Вот, причем благополучно. Но не суть. Просвет максимум и вторая эволюция. Когда-то это была невероятная прокачка, но потом нам добавили все больше и больше прокачек умений героев. Тому мы берем 12 тысяч вот этих вот золотых слизней, а надо всего 23, прикиньте. Да сколько я могу героев на максимум качнуть умения. Так, талант. Огненная защита. Талант у нас огненную защиту я хочу поставить. В принципе, сборка будет, по сути, стандартной. Так. О, слушай, я должен сейчас быстро выбить огненку. Я надеюсь. Так, я надеюсь, я ее смогу быстро выбить. Будет интересно, если новый талант упадет. Вот что будет интересно. Вообще, типа, огненка плюс священный огонь. Вот. Огненка плюс священный... А, ну нет, ну нет, смотри, огненка выпала раньше. А я даже подумал о том, чтобы, к примеру, если... Ежели выпадет новый талант, взять по приколу, поставить новый талант и протестить вообще. Вот именно как в других локациях она будет. Ладно, огненка есть. Эмблемой сразу давайте на первое время просвет. Я еще даже не знаю, где я ее буду использовать. Но по факту первое время, как бы я там пройду волны, буду проходить вот это вот. Потому что, ну, для защиты, да, она мне нужна. Но, с другой стороны, и не нужна, потому что на меня никто не будет нападать, так как у меня там топы лям 200, лям 300, да, в гильдии. Смысл на меня нападать, ну, баса. Так, огненка есть, все это максимум прокачано, значится. Идем, судьба, то место, где, скажем, ребята, ресурсы будут улетать, мое почтение, вот реально, мое почтение, ресурсы будут улетать. 95 бутылок маны только осталось. Печалька. Ну что, судьба, давай. Давай. Сейчас ресурсики будут улетать. Мое почтение. Так, повторок у нас, конечно же, нету. Давай сразу купим, не знаю, вот так вот. А почему нет, если мы можем? Да, все, купили. И давай попытаемся и прокачать все это дело на максимум. Получится, не получится, даже не знаю. Я не смотрел, не подсчитывал ни судьбу, ни ресурсы, ничего. Потому для меня все будет сюрпризом. Да, когда-то не хватало синих камней, красных камней, теперь на них абсолютно плевать. Потому что как бы есть уже другие камни. Но не суть. Давай, летим. Так, вот, видите, у нас уже тут пошли вот эти камушки тратиться. Так, повторок нету. Давай, па-бам! Но мы на этом не останавливаемся. Мы хотим 80-ю судьбу. Так, у меня закончились синие кристаллы. Ну, я не знаю, что, но вроде их у меня было полно. Так. Вот это откроем. Так, давай, и не знаю сколько. Ну, можно, конечно, все открыть. Ну, давай, как бы... Давай вот так вот сделаем. Окей. Заходим. Лиса, красавица моя. Руны, так, судьба, летим, ну-ка, опачки, ну все, вот, и главное, обратите внимание, вот это вот самые блатные камни, да, которых у меня 157, их 157, самые, по идее, дорогие блатные камни, а вот этих вот только 33, вот вам и, как бы, вот вам и фишка. Ну ладно, судьба прокачана на максимум. Пошли в снаряжение. Точнее, знаешь что? Пошли сейчас в такое скучное. Скучное — это прокачка прорыва. И заодно мы посмотрим, хватит мне ресурсов-то или нет. Потому заходим в прорыв. Па-бам! Жмем воспламенение. Вот. И жмем сюда. Авто.
и оно пошло качаться. А я могу идти, не знаю, поесть, вот. Но у нас есть магия монтажа, волшебство, колдовство. Я произношу магическое. Ну, хлопать больше не буду, потому я просто произношу магическое заклинание, и вы уже увидите, когда прорыв будет прокачан на максимум, друзья. Я какой-то идиот. Просто гнилые люди есть. Так, ребята, возвращаемся. Сегодня свинья, это просто, я не знаю, это главная звезда нашего сегодняшнего видео. У нас докачивается прорыв, и как бы он у нас на максимуме. На ваших глазах все мне хватило, все хорошо. Посмотрим, что у меня остается по ресурсам. 929 книг остается, то есть, по сути, хватило почти в тютельку. А по камням... Ну, камней должно быть много остаться. Потому что камни наше все, но без книг от них толку ноль. Ладно, 10 тысяч еще камней, но опять же, сейчас будут проблемы именно с книгами. Слушайте, для быстрого кача силы, я не знаю, может все-таки реально, типа, всем героям 10-й прорыв сделать? Вот, а не так, что там в каких-то определенных вкладываться по максимуму. Но по идее, мне надо еще докачать прорыв Мэри. Ну, мне на самом деле много кому еще надо прорыв докачать. Вот, ну вот я не знаю, или докачивать прорыв основным героем. Вот, но я не скоро это смогу сделать, я не буду сейчас, ну, я буду как бы долго не донатить, грубо говоря. Или все-таки сейчас равномерненько долбануть всем прорыв, чтобы, ну, как-то сила лучше была. Я не знаю, короче, как выгоднее. Вот, как бы, короче, не в курсах, ребята, уже 861 тысяча силы, то есть, ну, 21 тысячу силы качнули, но это не суть, мы продолжаем, и у нас, как бы, остается вопрос к судье. О, давай, может, на халяву сейчас поставим какого-то питомца, а пока что никакого, ладно. Судьба, снаряжение. Так, по поводу снаряжения. У меня есть там вообще хоть что-то? Я хочу поставить чару суд. Не суд, а суд. О, слушай, а у меня есть суд. Блин, у меня даже обряд лечения есть. Вон оно как, ребята. У меня даже есть обряд лечения. Потому мы открываем суд. И чтобы долго не искать, короче, лесу, снаряжение... А, мне вообще как бы улучшить-то вообще. По идее-то мне улучшить надо. Что мне... А, мне тут книг не хватает. Вон оно как, окей. Дальше улучшаем. Улучшаем, да, есть. Опа, вот так вот берем, аугментировать. Есть 145 силы, но это уже копейки, конечно. Если сравнивать непосредственно с прорывом, но ничего. Созвездие. Тут я тоже сидел, ломал голову. Вот, и в гильдии спросил, да, вот. И в гильдии спросил. Короче, непонятно, да. Кто-то уклон делает, а кто-то, к примеру, делает точность. Вот, потому, блин, я даже и не знаю, короче. Даже не знаю. Ну, давайте попробуем уклон. Если меня он будет с уклоном устраивать, то останусь с уклоном. Если нет, то буду перероливать на точность. Вы напишите в комментариях, что лучше. Но по перваку, наверное, уклон, потому что по перваку-то я не хочу там какие-то супер высоты с топами там бороться где-то там на аренах и прочее, да. Мне как бы по-простому пройти там какие-нибудь, к примеру, ну, те же волны и так далее. А дальше уже... Дальше, ребята, уже смотреть. А может, блин, все-таки точность, я не знаю. Давайте я еще одному человеку напишу. Вот. Давайте еще одному человеку напишу. И там посмотрим. Так, может быть, ответит. Привет. Что лисе лучше? Точность? Или уклон. Вот. Не думаю, что сразу ответят, но как бы погнали. Погнали мы, ребятушки, погнали. Так, ну давай ролить. Уклон.
Да сейчас хочется вообще все, и уклоны, точность, вот, вот прям все хочется. Сейчас, как назло, наверное, не будет падать. Хотя у меня 50 тысяч самоцветов, по идее, переживать нечего. Вот, но как бы я сейчас вообще ни точность, ни уклон не вижу. Ой! А, фу-то, это крит-удар, я думал, это точность. А, ну давайте используем скидку. Вот. Я ж там ролил, вот, без скидки, и вы такие, о-о-о, князь, ты чё? Есть у меня на созвездии? А, на смену созвездия у меня нет, у меня есть на роллинг скидки. На смену созвездия нету. Судьба, так, снаряжение, созвездия, полетели. Так. Па-па-па-па. Три четвертых уклона. Издевательство. Да господи, я не хотел сюда. Ну вы шо? Ну айт, ну. Ну ты чё? Ну как так-то, а? Давай. О, первая пятерка. Полетели. Первая пятерка. Летим дальше. Или все-таки точно. Ну вот как бы. Что не хотелось бы, чтобы было так, как с оккультистом. Вот. Ну, я говорю, что многие качают, к примеру, уклон. Вот, видишь, точность упала. А многие... Да, твою же дивизию. Вообще, может быть... Вообще, я скажу так. Можно было бы 50-50 сделать. Но, опять же, я, грубо говоря, пока что не знаю. Снаряжение, судьба. Так, поменять. Подожди. Снаряжение, созвездие. Может быть, реально было бы лучше и туда, и сюда, и вашим, и нашим, как говорится. Так, ничего. Ничего. Ну, не знаю. Вот сидел тоже, ломал голову. Так, окей. Ну, слушай, падает уклон. Это радует. Это прям хорошо. Давай следующий, пятый уклон. Дружище. Ну, дружище, давай еще уклон. Не хочу много самоцветов тратить. Не хочу. Нет, второй уклон дает. Сволочь такая, давай еще. Уклон. Пятый уклон. Нам нужен пятый уклон. Ну, камон. Пятый уклон, камон, давай. Так, да, что-то это сейчас вообще все очень дорого. Вот. О, пятый, о, теперь за 450. Ну, тут, конечно, интересно, сколько придется потратить. Так, третий. Давай, пятый уклон. Атака. Так. Пятый уклон. Четвертый уклон. Не то. Давай, пятый уклон. Ну, пожалуйста. О! Стоило сказать только слово «пожалуйста». Ладно, давай ударим за 2000. Ну, четвертый крит удар. Ладно. Как бы дальше с ума сходить не будем. О, у нас 60 карт. Давайте здесь уклон поймаем. Так, четвертый уклон, это издевательство. Дай пятый уклон, сволочь. Дай пятый уклон. О! Слушайте, ну как-то все очень дешево даже получилось. Как-то все даже очень дешево получилось. Слушайте, я прям даже и не знаю. Я даже прямо и не знаю. Слушайте, я не знаю, сколько у нас это видео длится. Оно у нас достаточно длинное. Слушай, а давай бонус. Вот для тех, кто досмотрел до конца, возьмем и попытаемся выбить нового героя. Вот чисто бонус. Вот, скидон. Конечно, логичнее было бы эти самоцветы оставить. Но чисто будет бонус. Да, мы уже сегодня ролили. Используем скидку, из-за которой нам точно ничего не выпадет. Сами знаете, как это работает. Ну, давайте немножко паролим. Трифит рыцарь. Паладин. Вот, а кто-то за 2000 сегодня выбивал. Скиталец. Купидон. Так, Асура. Космос, слушай, вот сыпет, а. Вот сыпет, малышник.
Какой-то, конечно, в этом плане наркалыга. Анубис, слушай, как герои падают хорошо. Как герои падают. Прям замечательно. Атлантикор. Давай новую героиню. Даму холода, или как это называлось? А? Даму холода. А все, и все. И все, оно как бы... Оно попадало и перестало. Понимаешь? Оно попадало и перестало. Давай, Суккуб. Твою ж дивизию. Влад Дракула. Хранитель. Варлок. Ну-ка. А я как бы уже допа качнул. Места нету в алтаре, да? Но будет весело, если выбью. Хранитель. Давай. Давай. Хранитель рыцарь. Повелитель бури. Князь тыква. Все мои накопленные самоцветы вылетают, ребята, на ваших глазах. И мне ничего не падает. А я мог записать отдельный роллинг. И записать на... И заработать на этом роллинге денег. Но нет. Все для вас, друзья. Слушай, давайте, может, под звуки хрюканья. Видно, не судьба, видно, не судьба нового героя выбить князю. Видно, не судьба, видно, хрю-хрю-хрю. Наверное, самая неадекватная прокачка. Так, ладно. Ладно, друзья, вон мне даже ответили, что как бы уклон, ну, а точность компенсируется уже созвездиями питомцу. Ну и ладно. Ладно, друзья, что уж тут поделать, как бы мы не топ-донатеры, многого себе позволить не можем. Вот, вам же пожелаю огромнейшей удачи, я не выбил никакого нового героя, 862 тысячи силы, давайте возьмем, выпустим лесу, посмотрим, вот она как бы собрана на жизнь, да, собрана на жизнь, не знаю, поставим какого-то, ну, не супер питомца, давай финика поставим. Чё, пока... Слушай, ну со скином, конечно, да. И давай... Вот, у меня уже дочка приходит. Что? Лови свинку. Так, ребята, я просто свинку украл у своей дочки. Мы как бы с ней вместе выбирали эту свинку. Я так просто выпущу. О, ну, как бы, да, под бар футы. Под... Ой. Уже базу, конечно, ей выносить, наверное, хорошо. 46%, 62%. Вот. Ну, не дадут бить миносом. Я уже, наверное, знаю, кем я буду бить. Ну, как бы бац, 60%. Вот, давай-ка еще. Но я так и не записал обзор на лесу. Вот. О, я уже слышу это хрюканье. Так, и тут она ударила прям вообще в середину. И она бьет, продолжает бить в середину. Ну и ее убили. Нет, слушай, прикольно. Я не знаю, мне нравится вообще. Как бы надо было бы обзор уже спустя месяц записать. Ну посмотрим, друзья. Ладненько, я вам всем желаю огромнейшей удачи. Качнули мы сегодня с 22 тысячи силы. Я уже не знаю, как высрать мне эту силу. Пишите ваши советы в комментариях, потому что как бы... Ну, просто вливать беспробудно деньги я тоже не готов. Но даже при том, что деньги все-таки вливаются в аккаунт, сила растет для этих вложений достаточно медленно. Особенно если смотреть на тех же, не знаю, сугильдийцев. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Всех целую. И всем пока. Лайк поставь. Лайк поставь.